вы для Республики Татарстан, для сферы здравоохранения не посторонние люди. В Институте фундаментальной медицины и биологии состоялась встреча ординаторов второго года обучения с министром здравоохранения Республики Татарстан Марселем Минулиным. Встреча была организована для обсуждения вопросов, касающихся трудоустройства ординаторов. Наши ординаторы поймут свою траекторию дальнейшего развития в профессиональном качестве, поймут, какие условия будут им предоставлены при поступлении в ту или иную клиническую базу, трудоустройство в крупных клинических центрах, например, РКБ, в 7-й городской больнице, возможность их там работы и необходимость работы, может быть, и в центральных районных больницах. Теперь, чтобы выпускникам-ординаторам устроиться на работу в такие клинические центры, как Республиканская клиническая больница, Межрегиональный клинико-диагностический центр, 7-я городская больница, Университетская клиника Казанского федерального университета, нужно будет отработать год в районах республики. Желающих работать будут распределять в различные районные больницы на годовую стажировку для получения нужных практических знаний, после чего для ординаторов гарантированно будет предоставлено место в выбранной клинике. Как Марсель Мансурович нам уже предложил такой выбор, альтернативу, для нас, молодых специалистов, это, конечно, очень важно, потому что все равно, чтобы работать в каких-то крупных больницах, нам нужно набраться опыта. И я считаю, это немаловажно, поэтому я даже подумываю об этом, чтобы уехать и поработать год, набраться опыта и приехать к нам в родной город Казань. Данный законопроект преследует несколько целей. В первую очередь, это стратегическая задача страны по устранению кадрового дефицита в регионах, а во-вторых, это подготовка молодых специалистов для работы в крупных клинических центрах. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз.